Уфе, вот мы первые в республике, да, может точно сказать, сделали в этом году капельный полив на одной из аллей в тестовом режиме. Мы посмотрим, как она будет работать. Но я думаю, что необходимый эффект мы будем достигать. То есть дерево будет получать необходимую влагу, необходимые витамины, и это будет отражаться на качестве того посадочного материала, который там растет. А уточните, капельный полив это когда как? Капельный полив это система, такая трубка пластиковая, по которой влага попадает непосредственно в корневую систему. То есть над корневой системой выливается в необходимом объеме. Стоит специальное оборудование, датчики, которые, собственно, ну, показывают, как это все должно работать.